И снова здравствуйте, мои друзья и просто зрители. Снова я на работе. И снова у нас палит жара. Никак нас не хотят дожди посещать. С утра до вечера палит, палит, палит. Ну, правда, ночи стали прохладнее. Что не говори, уже попрохладнее. Корм тоже весь сухой. Кукуруза высохла полностью. Вот они. Хотят, едят, хотят, не едят. Руководитель ругается, почему они у вас не едят. А что там есть там? Все сухое. Качан, кукуруза, само зерно, все сухое. А люцерны нету. Дождей нету, ничего не растет. Вот так они и маются. Вот полные кормушки, полные. Вон они там. Все к воде поближе, вода там корыто стоит. Все бежит. Там поле, там вон лес растет у нас в округе, так что работа, считай, в лесу на свежем воздухе, работай не хочу, дышится все нормально, все хорошо. А, я еще в прошлый раз вам хотел показать, вот это у нас кирда. Круглая, из тюков, круглых тюков сложили, еще года 2 или 3 назад, была высокая, красивая, а теперь вот что осталось от нее, все, я потом вам покажу, как хорошая скирда выглядит, вот. Это и не сожгли, и не выгребли, бросили тут. Там у нас идет она на подсел, кормим. Иногда, чтобы рацион зимой силос, он кислый. Иногда, чтобы разбавить, кислоту сбить, даем вот солому. А так в основном подсел, навоз выкручивает. Такая вот ерунда. Вон разваленный корпус. Когда-то был маленький, телятки были. Сейчас этот корпус развален. Вот такие рулоны соломы ставят скирды. Потом зимой, что коровам на корм, что на подстел, что телятам на подстел. Вот такие большие скирды. По 5 рядов в скирде высоту. На всю зиму хватает, еще остатки остаются. Вот. Сейчас попробуем зайти в корпус. Не знаю, как получится. Темновато в корпусе. Ремонт у нас начинается. Сейчас попробую свет включу. Может, что-то видно лучше будет. Оу, а света-то и нет. Одна лампочка в начале корпуса, другая в другом конце. Ну, вот так вот у нас, так сказать, жилые помещения. Сейчас потихоньку ремонт делают, полы, бетонируют дырки. Вот смотрю, ребята, наверное, навозную цепь ремонтируют. Вот такая вот канава или канализация. Ну вот старые доски повыкидывали, новые сюда будут стелить. Стены толстые, толщина стены, о-о-о-о,
Да, ребята, вот повыкидывали цепя. Наружу видно, будут доски у канализации менять. И цепь может саму подремонтировать. Вот так новые доски стелят. Вон так и пошло, пошло, пошло. Вот смотрите, толщина какая стены. Кирпич тут. Ну и бетона тоже где-то в кирпич. Целая катакомба. Корпус теплый, в принципе. Если все закрыто, тепло. Вот. Ну, в каждой клетке здесь где-то по 30 голов, по 28. Ну, вот 8 клеток. По 30 голов, это 240 голов корпус. Они тут дышат, тепло. Вот зимой бывает, что мороз сильный. Машина обледеневает, там вон по дороге ездишь, и здесь снег, лед набивается. На ночь корпус загоняешь, и все. Теплынь тут, все оттаивает, утром выезжаешь. Как новенькая. Этот угол тут у нас вот сама наклонный редуктор. Вернее, просто редуктор, который навоз ленту тянет. А эта наклонная лента выбрасывает навоз. Там навозная телега стоит, туда ее выбрасывают. Вот строители тут у нас работали. Видно, что-то остаток какой-то остался. Не доделали. Но там есть еще один корпус. Сейчас мы туда. Ну вот исходим. Он, второй корпус. Он поменьше, конечно. Двери насквозь светятся. Ну, на зиму обобьются они. И будет все нормально. Тут еще вот вторые двери есть. Вот, оп, закрываю, на роликах ездят, на салазках. Вот, тоже тут намечается ремонт. Завезли кирпич, там цемент на окошке лежит. Вот это все будет ремонтироваться. Где-то корова завалилась зимой, ногами била, кормушки поразбивали. Вот это все будет подлежать ремонту. Стройбригада сделала. Ну, хорошо вот такие кормушки. Бетонные. Заводские. Они не рассыпаются, не разваливаются. И корм из них не высыпается. Здесь, конечно, с этой стороны похуже. Поилки вот сейчас такие у нас тут. Ну, они сейчас, вода не подключена, бежит на улицу в бас. Вот. Навоз через решетки протаптывается в канализацию. Чугунные такие тяжелые решетки. Вот хлопцы их таскают туда-сюда. Как что-то сломается, надо открыть, потом закрыть. Вот так и мучимся. Вот тоже здесь была бетонная, потом сделали кирпичную, и в итоге из дерева сохранили. Все это белиться будет осенью. Ну, если настроение у меня не пропадет снимать все это, потому что не хотите вы смотреть это все, вам, наверное, неинтересно. Также и здесь вот наклонная. Сюда навоз стягивается со всего корпуса. И по наклонной на улицу в телегу выбрасывается. Сейчас свет выключу. Вот. Порядок здесь наведется. Стройбригада спрятала ведра с лопатой.
все вот это, крысы-мрысы нагребли, залито, все это будет убираться, крысы травиться. Вот. Сейчас закроем двери. До завтра. Вот так. Ну что, наверное, экскурсию на этом закончу. Надо сейчас центральные ворота пойду закрою. И все, смену принял. Можно будет наливать воду, смотреть за живностью. Что вам говорю, в лесу живем, вокруг только лес. Там еще, правда, камыши есть. Вот как вот здесь. Вот здесь. Там у нас фазаны живут, шакалы прячутся, лисы. Вот такая ива у нас шикарная есть. Вот. Ну что, друзья, наверное, заканчиваю. Все, до новых встреч. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего всем доброго. Пока-пока.